Использование модификаторов доступа позволяет выделить так называемый публичный интерфейс класса. Публичный интерфейс – это набор методов, доступных внешнему пользователю класса. Выделение публичного интерфейса позволяет поддерживать инвариант класса, то есть сохранять данные объекта в согласованном состоянии. Так, например, если мы рассмотрим класс int-array, то инвариантом данного класса будет соответствие размера массива, хранимого в поле size, и фактического размера массива, на который указывает поле data. Для того, чтобы добиться сохранения инвариантов класса, нужно сделать все поля закрытыми. В противном случае внешний пользователь может изменять поля таким образом, что инварианты класса будут нарушены. А также необходимо добиться того, чтобы все публичные методы сохраняли инвариант класса, то есть чтобы не было такой последовательности вызова публичных методов, которая могла бы нарушить инварианты класса. Закрытие полей также позволяет абстрагироваться от конкретной реализации класса. То есть, например, можно, не меняя публичного интерфейса, изменить реализацию так, что внешние пользователи об этом даже не узнают.